Ребята, всем привет! Решил поделиться своим опытом. Такая назойливая проблема – это прозрачная полоса в динамических сценах. Что это значит? Это когда вы смотрите, допустим, фильм, и взрывы, погони или еще что-то, короче, резкие движения, начинает рваться такая такая, как будто она, ну, прозрачная такая полоса, либо вверху, либо внизу, либо в середине, то есть, ну, у кого как проявляется она. Вот. На что я только, как говорится, не чудил, всяческие форумы прочитал, там всякого бреда начитался, как говорится, но толком ничего как бы не смог. То есть там писали это либо видеокарта, там, либо монитор, там, либо драйвера, либо там еще что-то, либо кабель там, то есть все возможное там. Да, писали, что эту проблему можно решить, якобы включить вертикальную синхронизацию. Да, поможет, но помогает она только в играх. То есть в играх действительно эта полоса исчезает, прозрачная, а вот в фильмах она почему-то остается. И вот решил я ее таким способом. Да, кстати, вот вы видите, кому интересно, конфигурацию моего компьютера, да, вот можете посмотреть на видео. Решил я ее так. Значит, заходим в мой компьютер, свойства. Вот тут вам открывается окно. Индекс производительности Windows. Обязательно у вас должна здесь стоять оценка. То есть, если нету, то ставите. То есть, проделываете. Дальше заходите. Нет, не сюда. Дополнительные параметры системы. Визуальные эффекты. Использование процесса параметра. У вас должен появиться вот этот пункт. Включить AeroPeak. Ставите галочку. Применить. Окей. И все. Она у меня исчезла. Если убрать галочку, она опять появляется в фильмах, видео там, вот. Не знаю, с чем это связано, почему, допустим, у кого-то, да. Ну, скорее всего, моя версия, что у меня несовместимость материнской платы с видеокартами GeForce. Не знаю почему, потому что до этого стояла видеокарта Radeon, да, и не видел я никаких, ну, может быть, я не замечал их, но, по-моему, их вообще не было, что, ну, не замечал, ведь реально не было их, этих прозрачных полос. Вот. Самое интересное, что да, я долго тоже искал проблему, да, как эту решить. И я не мог зафиксировать эту прозрачную, зафрапсить эту прозрачную полосу. То есть можно только с дополнительного устройства, с камеры либо с телефона, заснять ее. А зафрапсить просто, ну, не фрапсится она, не знаю почему. Не видно ее. Вот. Что еще хотел сказать, да, то, что в интернете есть такой термин, называется тиринг, от английского слова рвать, да, это когда графическая система по какой-либо причине, например, нагруженные сцены объектами, не успевает прессовать картинку, и новый кадр накладывается на старый, прежде чем тот исчезает с экрана. Появляется едва заметная горизонтальная линия, эффект разорванности. Вот. Ну, также, я не знаю, ну, пишите ВКонтакте, да, то есть, может быть, кому-то это не помогло, да, и я как-то попытаюсь, как говорится, чем-то помочь, но вот я именно вот этот способ я решил так. Не знаю, поможет он вам или нет, но надеюсь, будем, как говорится, надеяться на лучшее. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!